При заливке эпоксидной смолой негрунтованных деревяшек на поверхности образуется большое количество выделенного воздуха в виде пузыречков. Ну, это происходит в том случае, когда деревяшки у нас не загрунтованы, а заливаем их сразу эпоксидной смолой. Эпоксидная смола здесь меняется с воздухом, воздух выходит, а эпоксидка заходит в деревяшки. Чтобы убрать вот эти пузыри, пользуемся газовой горелкой. Легко и просто. Эту процедуру придется повторить 3-4, а то и 5 раз. И тут либо воздух кончится в деревяшках, либо эпоксидка застынет. Ну и эпоксидку только не перегревайте, она может загореться.